Привет! Вас приветствует Кальченко Анастасия. Сегодня я вам покажу, как сделать паричок для куколки. Так, сейчас я вам покажу образец. Ну, вот такой вот. Вот. Этот парик так вот сидит на кукле на моей. Сейчас. Вот. У меня есть еще один паричок, только он черного цвета, он получше. Но я его сейчас не буду показывать. Давайте сделаем такой же паричок, только с фиолетовыми волосами. Для этого нам понадобится лента обычная. Вот. Только на камере она выглядит как синяя. Но она очень красивого, яркого фиолетового цвета. Вот. Нам она понадобится. Еще нам понадобятся ножнички. Клей, обычный карандаш. И еще нам понадобится лист А4. Можно использовать также большего диаметра. Итак, сначала сделаем сами волосы для паричка. Возьмем ленту и потянем за ниточку. Будем тянуть до тех пор, пока вот эта вот вся нитка не вылезет вот так вот. И вот так наслаждаемся, тянем. Вот. Ну и так до конца нашей ленточки. Так, вот, значит, такие вот у меня лохмотья получились. И у меня вся рука в этой нитке. Сейчас буду ее отделять. Ай, у меня еще и нога запуталась. Так, вот. Ну, вообще, если вы хотите, это вы тоже можете использовать как бы в подделке. Парике. Ну, как бы это... Вот это очень странный парик. Кстати, можно попробовать потом сделать так вот. Так, ладно. Перейдем к самому парику. Вот это вот мы должны все выровнять красиво. И, конечно, такие длиннющие волосы у куклы не будут. Я поделю обязательно. Вот. Не все сыпется. Так, ладно. Теперь сделаем саму основу парика. Так, возьмем куклу. И возьмем еще бумагу А4 и порежем ее. Вот, и эти полоски надо порезать на квадраты. Вот так вот. Это, конечно, не квадрат, но сейчас мы еще поделим. Вот. Теперь возьмем саму куклу, чтобы нам было удобнее, я ее посажу. Возьму листочек один, большой давайте возьмем сначала, чтобы основу. И без клея просто мы вот так вот придадим бумаге форму головы. Так вот, оно будет все смятое. Это ничего страшного, потому что потом это все закроется волосами. Волосами. Так вот, смотрите, нужно. Ладно, потом. Так, вот. Следующий листик мы уже намазываем клеем, обычным клеем, причем карандашом. И так. Используем все листочки. Можно не все, потому что парик получится слишком толстый. Где-то 4 листочка хватит. Это уже у меня сейчас будет третий листочек и четвертый. Я сделаю 5 на всякий случай, чтобы вот так вот.
у нас получилось. Голова куклы полностью обклеилась бумагой. Эту основу мы должны оставить сушиться, пока она не высохнет. Так, а пока наша основа сушится, мы займемся нашими вот этими вот волосами. Так, значит, возьмем и поделим эту ленту на несколько частей. Потому что такими длинными волосами просто не справиться с такими длинными волосами. Отрежем где-то вот так вот будем отрезать. Такой длины коротенькие будут. Не хочу слишком длинные, чтобы были. Так. И у нас тут осталось еще несколько листочков, и я попробую еще поэкспериментирую на камеру и сделаю с вот такими вот волосами парик. Посмотрим, что получится. Так. Я люблю, чтобы волосы вот так вот были разные. Разной длины, в разных местах. И поэтому я вот так вот их отрезаю немерие. Так, потом, когда вы уже обклеите куклу волосами, то можно уже потом сделать и... Ну, все, это не надо резать. Сделать стрижку разную там, потому что это все равно парик. Его можно постричь, а потом опять купить ленту и обрезать. Так, ну и конечно вот эти вот концы, чтобы они лучше склеились, их надо, вот эти вот концы, чтобы они не распадались и лучше склеились, их надо обработать чем-то, там, например, клеем тем же или скотчем. Вот. Ну все, и ждем, пока высохнет. Итак, вот у меня высохла наша основа. Теперь я буду ее обрезать под саму куклу. Вытаскиваю. Вот. И обрезаю сначала вот эти вот все лишние, которые торчат из бумаги. Вот так. Вот. А теперь я уже обрезаю лоб. Лучше делать, конечно же, сначала маникюрными ножницами, но потом становится легко. Вот, когда мы обрезали вот это, надо примерить на самой кукле. Как это будет выглядеть и на парике. Вот, это надо подправить. Ну, вот так вот, нормально, пойдет. Так, теперь мы оставляем это на кукле. И что я сделала, значит, с волосами? Вот они у меня лежат, вот. Вы видите, да? Вот, они сохнут. От чего они сохнут? От бесцветного лака для ногтей. Вот. Я сначала думала, чем же закрепить, чтобы они не рассыпались, эти волосы. Сначала я хотела замотать фиолетовыми нитками, обычными, катушкой. Не получилось, развязывалось. Потом я еще что-то думала, но не получалось тоже. И вот придумала бесцветным лаком его закрепить. Так, ну а теперь берем нашу куклу, наш паричок и волосы. Намазываем клеем обычным, вот таким вот, причем карандашом. Будет, кстати, очень прочно тоже. Вот. Намазываем серединку
парика. И по очереди вот так вот приклеиваем. Сначала здесь, например. Вот так вот. Если даже у вас лак не высох, вот можете тоже сделать лаком, как и я. Ничего страшного. Мне так кажется. Вот. Конечно, желательно, чтобы побольше было вот этих лохмотий, как я их называю. Но у меня нету больше ленточки. Может, сейчас пойду и поищу где-то. Должна быть. Вот. Так, вы видите, держится. Немного отлепляется, но держится. Пойдет. Если вы не хотите, не доверяете клею-карандашу, вы можете воспользоваться каким-то другим клеем. Например, клеем-кристаллом там или еще каким-то. Есть же разные клея. Вот. Ну, вот так вот получается. Ничего так, в принципе. Я сейчас буду закреплять волосы поверх. Так вот наношу. Так.